На кадрах совместный обед кошек и змеи. Сняты они в Сочи. Как пишет автор ролика Мария Пономарева, змеи в их дворе ползают уже давно, и никто их не боится. А одна и вовсе приходит на обед каждый день в одно и то же время. Ну а кошки, судя по кадрам, с удовольствием делятся с присмыкающимися своей едой.